Новые сроки должны соблюсти. В парламенте Сургута оценили ход возведения 5 спортивных залов, которые строятся по концессионным соглашениям. Так, в наивысшей степени готовности находится универсальный комплекс, который возводят в микрорайоне А на улице Дзержинского. Каркас здания смонтирован на 90%. Общая готовность близится к 1/3. Срок ввода – 1 сентября текущего года. На улице Университетской, где должны сдать такой же универсальный центр и дворец боевых искусств, выполнены подготовительные работы. Наполовину залит фундамент. Плановый срок ввода – 31 декабря 2024. На Маяковского строят УСК и Ледовую арену. Первый объект, который должны ввести не позднее 3-го квартала этого года, готов на 20%. На втором продолжается забивка свайного поля. Площадку для занятия зимними видами спорта по планам должны ввести в первом квартале 2025-го. Указанные вами проценты строительной готовности невелики. Уложимся ли мы с этим процентом готовности? Но новые планы задачи эксплуатации. По плану производства работ сроки пока именно такие. Я думаю, что да, мы будем мониторить. И, конечно же, перед летним сезоном, когда концессионеры могут все-таки ускориться, готовы повторно доложить, ну, наверное, уже ближе к апрелю, хотя будет, как и нужно будет.